Плац и музыканты, Яновский лагерь, смерть людей. Под музыку велели оккупанты стрелять в людей, так веселей. Над серым плацем скрипки зарыдали, в бараках люди цепенея ждали. Опять расстрел грызалась в души танка. О, танка смерти, танка смерти, пощады нет. 2 года, 200 тысяч павших. Под танка смерти шел расстрел и музыкантов, порохом пропавших, ждал скорбный, как и все, удел. Лунное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Остались 40 оркестрантов, играют танго, их чают под громкий смех и хохот оккупантов, раздевшись, падают на лед. Над серым плацем скрипки не звучат. Как животных на закланье, гнали ведь живых людей. И хотелось на прощание, чтобы мыслям было веселей. Его семья погибла в гетто, Ицхака Кастенсона. Мы начинаем вечер этот с той песни, что зовется «Дом». Sleep, love.
Ночи рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Как-то летом на рассвете жалену соседница, как взглядом молдава, тоскливая пивака. Не видны, не видны.
Yeah.
На утро вспоминает тот веселый мацарат,
о том, какой красавицы с восторгом говорят. Она была под маской, ее пропал взгляд. Эй, Таня, Таня, Танечка, и сезонный обед. Веточка цветущего миндаля. Это песня, написанная израильским поэтом Шалом бен Харим в 1942 году о всепобеждающей силе любви, которая, несмотря на мрак и ужасы войны, сумеет сохранить надежду и мир на земле. Thank you.
трава пахнет горечью, молодые ветра зелени. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Где ты, платочек, милый, желанный разбор?
стоит курячий за синий платочек, что был на плечах дорогим. Строчит курячий за синий платочек, что был на плечах Thank you.
ночей. Будут трудную вели, это день мы приезжали, как могли.
все босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. День победы! День победы! День победы!